Владимир Путин прибыл на 4-й международный культурный форум. Он проходит в Петербурге и в Эрмитаже и приурочен к 70-летию ЮНЕСКО. Главной темой – сохранение культурного наследия и развитие современной мировой и российской культурной жизни. Владимир Путин также отметил необходимость международных усилий для пресечения торговли культурными ценностями. Этот вопрос неразрывно связан с темой противостояния терроризму. Сегодня все мировое сообщество сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Это терроризм, рост нетерпимости, ксенофобия, социальные проблемы. Особого внимания требует сфера коммуникации и информационного обмена. Современные технологии не только открыли человеку невиданные ранее возможности для общения, для доступа к знаниям, но, к сожалению, их используют как инструмент манипуляции, негативного воздействия на умы и души людей. Противостоять этим разрушительным процессам – наша общая задача. Здесь в полной мере востребованы программы ЮНЕСКО, направленные на гуманизацию информационной среды, наполнение глобального информационного пространства качественным научным, культурным содержанием, образовательными, просветительскими ресурсами. Россия готова стать самым активным участником таких программ. Хорошо известна и наша позиция по сохранению и защите мирового культурного наследия. Прежде всего, в зонах конфликтов, где сегодня варварски расхищаются и уничтожаются уникальные памятники истории. Ценим большой вклад ЮНЕСКО в выполнение инициированной Россией резолюции Совета Безопасности ООН, где был закреплен запрет на торговлю древностями и культурными ценностями. Мы знаем, что деньги, вырученные от этого преступного бизнеса, так же как от продажи наркотиков и краденой нефти, направляются в том числе для подпитки террористов и экстремистской деятельности. Рассчитываем, что мировое сообщество сможет объединить усилия, чтобы пресечь эти каналы финансирования бандитов.